И всем здравствуйте. Мы продолжаем путешествие по метро. Кому-то очень плохо, просят убить. В прошлой серии мы по мертвой станции с сожженной коммунистами проходили. Они, как выяснилось, запустили туда какой-то вирус и выжгли потом всех. Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Семецкий? Помер сталкер Семецкий. Это хороший знак. А как она там без маски? Мирные твои и примирные блага. Да вместе с нами приносят благодарственные мольбы тебе. Всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступником. Не хватает интонации. Не умолить сына твоего, Бога моего. Как монотонно, монотонно вообще. Все святые и ангелы Господи, молите Бога о недужном рабе его Федоре. Слушайте, а вот станция, фасадик очень даже похожа. Его-то уберите! Вы что, заразить меня решили? Эй! Пожалуйста, дайте мне лекарство. Что теперь делать? Я знаю, что делать, доктор? Что делать? Вы не хуже меня знаете течение болезни и прогноз. Я вас знаю. На чистую воду все выведу. Знаю. Врачи, но как же так? А вот так. Ну, вас предупреждали о мерах Помогите! Безопасности, о перчатках, о маске. Вы расписывались. А теперь вы мне как же так? Да, да. Но ведь дети, как с ними в маске? И не поговоришь. Они ведь плачут. Им страшно. Я все понимаю. Но вы их не спасли, а себя погубили. А нам так не хватает рук. Вы ведь могли бы стольким еще помочь. Сотрудник. Да, мог бы. Мог. Лазарета. Не стойте на проходе. Ладно, пока назначим вам симптоматическое лечение, а там посмотрим. В последнее время встречаются случаи выздоровления. Не будем терять надежду. Мне кажется, там кому-то плохо. Выпустите меня! Я здоров! Они на меня кашляют! Выпустите! Камера рабочая. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего 2. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Это про нас? Да, все понимаю. Отлично. Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Хотя установишь тут, ага, 3 раза с кисточкой. Ну, начальству виднее.
Да, вот. Тяжко, ребята. Так что, выдыхается такие эпидемии? Похоже на то. Давай пройдемся по фактам. Что мы имеем? Прежде всего, в новых образцах отмечается явно выраженный моноцитоз. Действительно. Образцы с 317 по 323 поставлен моноцитоз. А если учесть, что поражаться в первую очередь должны именно моноциты? И до сих пор поражались. В предыдущих пробах из ядерных одни нейтрофилы. Вывод может быть только один. Эпидемия идет на спад. Но все же не будем торопиться. Проверим остальные. Вы смогли выделить, возбудить? Окончательные выводы. И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Эбола. Практически утратил вирулентность. Из исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас, через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Цветочек бы полили, засыхает. Нормально, это просто кашель из пистолета наготове. Вот и отлично, значит, беспокоиться нечего. Уже послезавтра и пойдет. Поняли? Ха, хрен с вами. Тьфу на вас. Опачки. Я хочу эту игрушечку. Бунт. Вот пора. Говорили же, стоять. Каждый день такое. Каждый день. Сколько можно? Опять бумагу переводить. Вот уроды, ну не могут без выборков. Следит.
Чистенькая водичка. Метро-то выросло. Блин, все-таки здорово так идти. И смотреть. Более станции стали похожи. Грибные плантации. Артём, я здесь. Отлично. Рад. Очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганза дерет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Ну так что? Мы тогда не сворачиваемся пока. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. А ты думал? Ясно вещь. А я думал, у тебя мозгов хватит хоть что-то протащить. А сам чё, раз такой умный? Ты мне погрызайся тут. Чё делать теперь будем? А чё тут делать? В карантине сидеть. А ну, как они придут за товаром? Так скажем, пацанчиков обломали. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Может, они до того умерли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, документы. Какие документы? Сержант, хоть выскажи. Что там творится? Нас-то не пускают, а слухи ходят такие. Карантин, сам понимаешь, ничего хорошего. Много жертв, врачи работают. Да, ну может справиться. А нам тут что делать? Будем надеяться, что справится. А вам работать как хорошая обычно. Походочка. И поменьше верить слухам. Понимаю, спасибо. До катастрофы рэпером был, наверное. Как какие? Ваши? Паспорт? Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запасы. Подходи, рейнджер, подходи. Кто знает, когда еще удастся. Есть отличные образцы. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. Подходи, подходи. Что они вообще в бой такого пошли? И у вас в ну, Спарте что нет. Нас, что до беженцев этих, дело никакого. И я не пойму, в чем их интерес. Отличный патрон. Да не стесняйся, подходи. Очень выгодно получается. Как для тебя, я еще и скидку сделаю. Покупай, покупай, окупятся еще да как. Да что, работа у них такая. Рейнджеры борются. Покупай смело, дешевле не найдешь. Какими такими? С красными воевать. Самый выгодный что-то патрон, точно тебе говорю. Да нет. Лучшая картечь делается в Ганзе. Бери, окупятся. Полис сразу их и высылает, спартанцев этих. А сейчас покупай, чего? Лучшей цены а тебе никто не даст. Разбираться. А тут эй, рейнджер, нужны патроны? Источник увезли. Вот они нам приходи еще. Слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. Подходи, рейнджер, поторгуем. Есть ножи метательные, недорого. Гранаты, очень выгодная цена. Есть зажигалки, лучшее средство от конкурентов. Имею.
имеются мины по специальной цене. Давай, рейнджер, подходи, у меня все есть. Ну пока, да, полис, заходи еще, выиграли. Поторгуемся. Они далеко. До них эта эпидемия не добралась бы, наверное. Обрати внимание, Артем, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Внимание на платформе! Открываю гермозатвор. Удачи в тоннелях, рейнджер! Станция понравилась, как сделано. Красиво. Очень похоже. Плафоны, все. В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. И лишь одно место. Метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять черного. Аня... сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное непозволительно сейчас. У нас на выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Опять он упоротый. Идем, Артем. Конечно. Аккуратней там с генераторами. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели и станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Да ты экстремал, я смотрю, вообще такой. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро — живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее.
надо быть настороже. Глухое место. Так, ну думаю, на этом сегодняшнюю серию мы закончим. По глухому месту будем уже пробираться дальше. Игра мне все больше и больше нравится в плане масштабов. Хоть и говорят как бы ограниченность пространства, но это пространство в целом так визуализировано, то что видно, то что там, допустим, туда каким-то образом попасть. К примеру, да? Чисто визуально оно стало больше. Это нравится. Всем, кто смотрит, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.